Ребят, здравствуйте. Мы с вами на канале ProSport. С вами я, Лука Владимир, ведущий канала. И мы сейчас в гостях в одном из боксерских клубов, где ребята готовятся к очень серьезному турниру, да, где Кирилл сейчас проходит, можно сказать, уже адаптационный процесс. И здравствуй, Кирилл. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, ты знаешь своего соперника, с которым ты будешь? Да, я знаю своего соперника. Как его зовут? Его зовут Сергей Бородавка. Бородавка, да? Да. И сколько смотрел? Он опытный спортсмен. Достаточно опытный спортсмен. Я смотрел его 2 боя. Приблизительно что-то для себя оценил, что я могу провести в бою. То есть какие-то минусы, свои плюсы. Стараюсь сопоставить, чтобы в бою не сплошать. Что ты будешь применять? Приемы, да, какие-то действия конкретные против... Допустим, вот ты знаешь, что он хорошо борется, да, или, может быть, у него хороший кикбоксинг, там, кейван, ногами, руками. Ты что-то выбрал для себя? Я не хочу идти вперед. Я выйду на бой, выйду в клетку. Я буду видеть обстановку, обстоятельства и уже стараться, ну что ли, на свою сторону перевести удачу. Сергей Бородавка, я хочу тебе пожелать удачи. Я постараюсь достойного соперника тебе составить. Кирилл Бортников! Ребята наши готовы, я уверен в них на 100%. Они плодотворно работали, трудились. И я уверен, что они привезут эту победу для нашей страны и как бы вообще даже для себя. Сами покажут, что наш спорт развивается и жив. Мое прозвище «Полярный медведь». Мой профессиональный рекорд 3-0. Я еду за победой. Мой соперник будет боец из Марокко, он очень габаритный, 112 килограмм где-то был. Я видел его один бой, как он выиграл нокаутом у кого-то боксера. Такой же высокий, такой же тяжелый. Ну вот ты вот смотрел, да, он превосходит тебя в опыте? Не знаю, посмотрим по бою. Будет бой, будет видно. Но я отступать не собираюсь, меня не волнует, кого он там нокаутировал. Я – это я, он – это он. Мы 2 бойца, которые выбрали свой путь в боях без правил. Тут ни шагу назад, и только вперед. Мухаммед бен Яхия. Я проигрывать не собираюсь, я еду только за победой. Я просто так не дам тебе забрать мой труд через все, что я прошел. Я приеду и выиграю этот бой. 8 секунд первого раунда. Болевым на руку. Переміг у цьому двобої Сергій Співак.